Сохранить и приумножить духовные и культурные ценности – главная миссия программы «Болашакха Бахдар Рухани Жангру». Эта программа дала новый импульс популяризации национальных ценностей во всех регионах страны. За 30 лет произошли многочисленные изменения. В советское время многие наши национальные ценности никак не проявлялись. После обретения суверенитета движение «Вперед» стало во главе угла. В рамках программы «Болашакха Бахдар Рухани Жангру» проведено множество мероприятий, воспитывающих национальные интересы, национальную идеологию. Кокшетау становится ярким примером духовности. По словам руководителя областного управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитовой, особенно богат культурный год на различные мероприятия для жителей области. Продумано более 500 мероприятий. За 30 лет независимости наш регион добился многого. К примеру, в этом году Министерством культуры и спорта Республики Казахстан город Кокшетау был объявлен культурной столицей. Это одно из больших достижений за 30 лет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу отметил необходимость акцентирования внимания на сфере культуры. Главная цель – привитие подрастающему поколению духовных ценностей, воспитание патриотизма. Зарина Беккалиева, Умсындык Наурызбаева, Марат Ахмеджанов, Кукши Ахпарат.